Добрый день! В этом видео я хочу показать, как связать вот такие вот тапочки. Это на 37-38 размер. Впереди вот такая вот дырочка, такая форма тапочек. Наверное, часто вы их видели. Я давала уже видео на такие тапочки, только немножко тут по-другому я вязала вверх. Но я давала 3 видео. Первая часть, вторая и третья. И многие спрашивают, где вторая часть, где третья часть, а где мне найти первую часть. И в этом видео я решила сделать все в одном видео, чтобы не было никаких частей. И немножко здесь мы сделали другой верх. Сюда на эти тапочки пойдут даже остаточки ниток. Я взяла вот такие 3 цвета. Можно одним цветом, можно двумя, можно полосками сделать. И вот бордовый цвет, голубой и такой вот кофейный цвет. Для такого размера нам нужно набрать 53 петли. Я набрала 53 петли. И теперь будем вязать подошву. Для этого нам нужно первую петлю снять, затем провязать 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы делаем накид и провязываем 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Делаем накид, провязываем 1 лицевую, опять делаем накид и провязываем 17 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Делаем накид, провязываем 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и кромочная. Кромочную я вяжу всегда изнаночной. По изнаночной стороне мы вяжем все петли лицевыми. Накиды провязываем, как обычно, на подошве перевернутой петлей. Вот за заднюю стеночку. И далее вяжем все петли лицевыми. И мы будем вязать по схеме. В том видео я тоже давала эту схему, людям очень понравилось, и они благодарны были за эту схему, им легче вязать было по этой схеме, чем по объяснению. Вот разбираем эту схему. 53 петли мы набрали. Четные ряды, где у нас уже были накиды, мы провязываем лицевыми. Первый ряд мы провязали 8 лицевых, накид, 17 лицевых, накид, 1 лицевую, накид, 17 лицевых, накид, 8 лицевых. Этот ряд у нас провязан. Обратно мы провязали все, полностью весь ряд лицевыми петлями. Теперь мы вяжем 8 лицевых, у нас остаются без изменений. За счет этих накидов добавляется здесь 1 петля, здесь 2 петли, потому что здесь 2 накида. И здесь 1 петля добавляется за счет этого накида. После 8 петель мы добавляем в каждом нечетном ряду накид. И затем у нас будет не 17, а 18. Опять накид будет не 1, а 3. Опять накид будет 18. Накид 8 лицевых. И поэтому мы в каждом четном ряду мы добавляем по 1 петле. А здесь мы добавляем по 2 петли. По-моему, все предельно ясно. Когда у нас на спице будет 77 петель после всех добавок, мы провязали обратно последний ряд лицевыми, и затем мы вяжем 4 ряда лицевыми петлями. 13, 14, 15, 16 ряды мы вяжем лицевыми петлями. Следите, чтобы на спице у нас было 77 петель. Вот эта схема. Подошва провязана. Сейчас мы посчитаем наши ряды. У нас получилось
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дорожек изнаночных. Теперь я беру другой цвет. В данном случае я беру такой кофе с молоком у меня цвет. И будем вязать теперь вот эту мы дорожку. Вот эту вот кремовую. Для этого первую петлю снимаем и вяжем 17 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Теперь мы делаем один накид и вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные. Две изнаночные, 3 лицевые. 2 изнаночные, 3 лицевые. 2 изнаночные, 3 лицевые. Вяжем до тех пор, пока здесь останется у нас также 17 петель. 2 изнаночные, 3 лицевые. Значит, изнаночных мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раз. А 3 лицевые вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз. 2 изнаночные, 3 лицевые. Две изнаночные мы здесь начинали, двумя изнаночными мы должны закончить. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Так, еще. Так, 3 лицевые и 2 изнаночные. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1. Теперь мы делаем накид и вяжем 17 лицевых. 1. Следующий ряд мы вяжем все петли лицевые, а накид провязываем перевернутой петлей, чтобы не было заметно у нас, чтобы дырки не образовались. Вот видите, тут незаметно, что мы делали накиды. Вяжем до конца по рисунку. Мы вязали 17 петель. Теперь мы накид добавили. Мы теперь будем вязать 18. Резинка 3 на 2 у нас остается без изменений. И мы с каждым вторым рядом будем добавлять по одной петле. Мы сначала 17 провязали, потом 18, 19, 20. А изнаночная сторона мы провязываем просто без добавлений. Накид провязывая перекрученной петлей. И будем вязать до тех пор, пока у нас здесь будет по 25 петель с двух сторон. Резинку мы не берем в счет, чтобы здесь было 25 и здесь было 25. Цвета меняйте на ваше усмотрение, как вы хотите, так вы и меняйте цвета. Можете одним цветом вязать, можете как хотите, это дело вкуса. Вяжем до тех пор, пока по бокам от резинки у нас будет по 25 петель. У меня с обеих сторон получилось по 25 петель. Здесь 25 и здесь 25. Теперь нам эту среднюю часть нужно убавить. Для этого я беру бордовую пряжу и вяжу эти 25 петель до начала резинки.
Вот у нас начинается резинка из двух изнаночных петель. Две изнаночные мы провязываем одной изнаночной. Три лицевые мы провязываем одной лицевой. Две изнаночные одной изнаночной. Три лицевые одной лицевой. Провязываем и так всю резинку. Две вместе, три вместе, две вместе, три вместе. И затем провязываем эти 25 петель лицевыми петлями. Закрыли мы, провязали мы резинку. Как я объясняла, теперь мы полностью весь ряд провяжем лицевыми. То место, где мы провязывали резинку по 2 и по 3 вместе, мы провяжем немножко потуже, чтобы она была более такая тугая и хорошо, чтобы облегала нашу ногу, чтобы она не болталась у нас на ноге. Вот у нас начинается резинка, и мы вяжем прям так друг дружке потуже. Провязали. И дальше мы вяжем лицевыми. Теперь мы вяжем 25 петель лицевыми. Два, четыре, шесть, восемь, десять, 12, 15, 16, 17. Так, и теперь мы эту резинку будем закрывать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Так. И дальше мы вяжем лицевыми петлями. Разворачиваем. Вяжем опять эти петли все. Так, мы дошли вот до этих двух петель, и мы их две вместе плотненько провяжем. Так мы их соединим. И далее вяжем, как обычно. 25 и 25 у нас 50, и здесь мы две вместе провязали. У нас на спице сейчас 49 петель.
Так, отрежу немножко. Оставлю побольше для сшивания. И теперь возьму голубую пряжу. И можете провязать этот вот бортик. Можете просто голубенькой, можете резиночкой. Как хотите. Ну, я уже провяжу так, как я провязала этот. Может, кому понравится, тоже так провяжете. Сейчас мы провяжем 4 ряда голубенькой ниточкой лицевыми петлями. Теперь я взяла кремовую ниточку и вяжу одну лицевую, одну снимаю. Одну лицевую, одну снимаю. Лицевая, снять. Нить за работой. Следующий ряд. Провязанную петлю провязываем, а снятую опять снимаем, но уже нить перед работой, перед петлей. Лицевая, снять нить перед работой. Вяжем так до конца ряда. Следующий ряд. Берем голубую ниточку и вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Снятая петля провязывается также лицевой петлей. И по изнаночной стороне мы также вяжем лицевыми петлями. И эти мы 2 ряда, вернее, двумя цветами, как мы вязали со снятыми петлями лицевыми петлями, мы будем повторять так несколько раз. Я повторила 1, 2, 3 раза я повторила этот рисунок со снятыми петлями. Провязываем 2 ряда лицевыми петлями. Провязали 2 ряда синей. И теперь повторяем. Лицевая, снять нить за работой. Лицевая, снять. Обратный ряд мы вяжем также лицевую. Провязываем провязанную петлю, а снятую мы опять снимаем и нить перед работой мы, перед петлей оставляем. Следующие 2 ряда вяжем синей. И так повторяем 2-3 раза, кто сколько хочет. Вот и все, тапочек наш готовый. Я сделала здесь 3 ряда таких вот точечек рисунка. Закрыла я, провязав 2 ряда лицевыми, и потом закрыла. И прежде чем сшить, нам нужно спрятать вот эти все ниточки, которые нам не нужны. Мы вот так вот возьмем их за петелечки, проденем через петелечки, которые находятся на изнаночной стороне. В конце можно просто в эту петелечку высунуть, вот так закрепить ниточку и отрезать. Все, одна заделана. Итак, мы оставляем ниточку, которую мы будем сшивать, а которые коротенькие не нужны, мы их заделаем вот сюда, вот в эти петелечки на изнаночной стороне. Ниточки обрезаны, все заделаны. И теперь мы сшиваем. Я беру голубую ниточку, потому что здесь как-то больше голубого цвета. И будем сшивать, вдевая крючок в 2 косички с одной и с другой стороны. И так
косичка за косичкой, петля за петлей мы будем так сшивать. Я тоже сошью голубенькой. Я здесь тоже голубенько сшивала, и почти не видно этот шовчик. Вот его не видно. И сшиваем сюда. Сюда, естественно, этой красной ниточкой будем сшивать. Вот тапочек сшит. Нитки все заделаны. Подошва прошита. Вот у нас получились вот такие вот тапочки. Вяжите, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До свидания.